Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы продолжаем, ребята, играть в Fallout New California. Да, вот это крутой мод, где мы взяли, так сказать, банду, просто банду, смотрите, какая банда. Ну-ка, пацаны, давайте, раз, два, три, четыре. У нас как бы убежище взорвалось, а мы пока зарядочку делаем, да. Вот как-то так, ребята. Так, ну чё, вы готовы? У нас робопёс, кстати, есть. И... Джен. Ну, Джен не хочет зарядку делать. Видимо, всё-таки накачалась. Короче, у нас взорвалось убежище. Вы нашли туннель Роквелла. Притом здесь происходят вообще какие-то неведомые вещи. Это чё, анклав? Минус. Минус анклавец. Ненавижу. Ненавижу их. Мы, конечно, может, еще поиграем за него. Вы, кстати, ребята, надеюсь, вы ставите лайки? Ну-ка, давай, поставь. Вот сейчас. Ты смотришь такой, да, братишка? Смотришь, не поставил. Черт. Давай ставь, иначе совесть тебя замучает. Ну, и мне плюс приятно будет, конечно же. Спасибо, если поставил, если не поставил. Ну, бля, ну поставь. Ладно, все, хорош, клянчите лайки. Ну, блин, а с вами как? Как, вот, не знаю, как еще-то заставить вас, а? Давайте, братишки. Так, тут у нас... Не, пацаны, конечно, вот я всегда мечтал о двухъярусной кровати, но у меня никогда брата не было, ни сестры, поэтому... Ну чё, заходите, наш новый дом, ёпты! Чё, можно тут спать, жрать... О, какой диван вот! Ой, чур моя сверху. Фиг там. Вот, я у мамы, короче, попросил в детстве. Хочу двухъярусную кровать, типа, наверху спать. Говорит, ты чё, нахрена тебе она? Брата-то нету. И я такой думаю, ё-моё, вот минус-то. А с братом можно и повеселиться, и, я не знаю, поиграть. Можно, не знаю, даже позаписывать летсплей ему. А так, блин, ну ладно. Не подойдет, да? Ну, что ты думаешь, Бен? Следуй за меткой, установленной доктором. Ну ладно, пойдем. Погнали, пацаны. Так, тут у нас тоже какая-то фигня, блин, растения, папоротники. Красненькие. Так, машина, господи, может на ходу? Да не, уже, блин, прогнило полностью. Так, мутанты там... Метку вижу. Давайте посмотрим карту. О, недалеко осталось. Вообще недалеко. Мне интересно, если мы сейчас сдадим все, мы типа всех сбросим. Боевой робоглаз. Ну-ка, пацаны. Красавцы, давай. Нифига, он копьё метал, что ли? Круто. Так, кто у нас там дальше? Гигантская крыса. Минус. Минус! Есть что пожрать теперь, да, у нас, ребятки? Опять туннель. Ох, блин, там опять крысы. Ну, крысы это фигня. А может, как-то обойти можем, да? Давайте, пойдем, обойдем. Не хочу я как-то через туннель опять эти ходить. Вообще, как-то жутко. Мы потеряли столько сотни друзей. Хотя у меня были ли друзья? Я же был Хика еще тот. Но ничего. Пацаны, если вы тоже хика и смотрите, и думаете, я с вами. Я никогда вас в покое не оставлю, ребята. Каждый день на канале-то что-нибудь будет выходить. Каждый день будет колокольчик вас бзынь делать. Так, минус крыса. Быстрое путешествие. Вы обнаружили несколько локаций. Вы можете быстро перемещаться в любую из уже обнаруженных... блин, я патрон только трачу. Пацаны, давайте. О! Ни хрена себе. Слушай, братан, не покидай меня. Бен, мы с тобой отличная команда. А с тобой, Джейми, у тебя... М-ка? Нифига. Блин, мы охрененная команда. Но только мы втроем, понимаете? Хотя вот тут пацан тоже неплохо стреляет. Вроде. Так, ну я пока впереди. Ох, блин, цветочки. Да слушайте, нормально тут все? Все нормально. Чуть-чуть, конечно, выглядит, да, может, коряво, да, как-то вот это все, но непривычно, я бы сказал. Но, блин, это же модификация, ребята, да плюс. По сравнению с Fallout 76, вы сами понимаете, что лучше. Так, мы разобрались. Великолепно, еще один робогладик. Блин, хрен пойдешь, минус. Качаемся!
Да фиг с ними, я ненавижу их. Мы против анклава. Так вот, я, может, потом следующую веточку обязательно пройду за анклав. Черт. Так, учимся, учимся, стреляем с пистолета. О, какой слоу-моушен, кастрюля. Какая-то кастрюля мамку уронила на кухонке, походу. Так, а это... Ребята, это и город? Это город, блин, а может в том доме тогда нам поселиться или что? Потому что разницы, блин, никакой нет. Так, Pine Heaven. Ой, блин. Я так понимаю, это место... Ну, блядь! Ёб твою мать, да вы чё? Я чуть не отложил тут пару кирпичей от такого. Фу, блин. Прошу прощения, что закричал. Ребят, но, блин, бывает, бывает. Over here. Over here. Так, при... О, это же Кира. Ну, глядите, кто заявилась. Герой разведчика шефа, им пришлось вытащить тебя из этой дыры за волосы. Я только что потеряла свою семью. Кира, мы все, что остались. Да, свою я потеряла давно-давным. Я всегда была одна. Так, ладно, я не буду... Кира, что ты делаешь? Не вижу причин оставлять тебя в живых. Ты для меня никто, только место занимаешь. Кира, если ты выстрелишь в нее, тебе конец. Хочешь играть по правилам пустоши, тогда знай. Количество всегда побежает назад. Ладно, хорошо. Я позволю шлюхе жить, чтобы все парни могли использовать ее в качестве личного ведра для спермы. Отлично. Дом, куда мы направляемся, впереди, ты ему... Фига, она куда-то побежала. Да, куда она побежала, блин? Джен, ты же... Офигеть, что тут произошло? Следуй за мной. Жесть, просто жесть какая-то. Ящик с инструментами, чудо-клей, вантус. Так, погнали, ребят. Почапали потихонечку. Так, а она там так и будет стоять? Ну ладно. А где этот дом, ребят? Вы точно знаете, куда идти? Вы очень быстро убежали от меня. Только песик мне верен, видите? Гоблин стоит. Так. О, красиво-то как. Не, погоди, погодите, а куда мы? Реально, куда? Где? Где? Вот этот дом. Он сказал, вот этот дом. Недалеко, пошли. Спустя 2 часа. Пацаны, вы где? Вы куда, блин, ушли? Во, мы дошли. Отлично, все, окей. Следуй за меткой. Ладно. Так, вот этот дом, отлично, отлично. Черное пиво. Домик в парке Черный Медведь. Все это... Бля, пацаны, вот серьезно. Тот дом тоже был нормальный. Я вам говорю. Так, это чурмани. Заметка, я тоже заберу. Еще одна заметочка какая-то. Так, ну, это говно ваше. Ну что делать-то будем, а? Вот такой у нас, ну... Ну, дверь, блин. Ладно. Итак, это все из нас. Мы все, кто остались. Так много наших бежало через пещеры. Кто-то еще должен был выбраться. После того, как отключили турели, я больше никого не видел. Думаю, анклав поймал их. Или эти уроды снаружи. Кто они, черт возьми, такие? Похоже, им не надирали жопы. Блин, слушайте, надо другое место срочно искать. Я думаю, ночью нам будет тут холодновато. Ну или, по крайней мере, нас точно кто-нибудь тут найдет.
Дроздевы, что делать-то будем? Я просто хочу посидеть здесь. Кажется, наши спутники наконец успокоились. Надеюсь, они отдохнут, прежде чем двигаться дальше. Мы нужны друг другу. Мы это все, что остались от убежища 18. Нужно путешествовать налегке и доставить их в безопасное место, прежде чем двигаться дальше. Остатки анклавы и рейдеры ищут выживших. Лучшее, что мы можем для них сделать, это достичь Union City и пожелать им удачи. Я предпочитаю путешествовать в одиночку. Да погоди, какой в одиночку, блин? Ты отлично копья кидаешь. Где мне искать владельцев этого дома? У меня такое чувство, что они пережили зиму. Не пережили зиму. Пойду взгляну на то, что нашел в саду. Если почва обработана, то они ушли недавно. Так, есть что сказать напоследок, прежде чем я лягу спать? Только одно, найди любую провизию, оставленную в подвале, и распредели между нашими спутниками. Им это необходимо так же, как и тебе. Еще, если не нашел подходящую одежду, надень, что есть. Любой из нас, продолжающий носить костюм убежища, выдает наше происхождение. Это может быть не в наших интересах. То есть, этот здоровый металлический пип-бой на моей руке не отпугнет их? Механический ум на твоей руке для них как магия. Очень немногие поймут это происхождение, за исключением черной магии старых богов. Существует легенда о небольшом устройстве, подобном нашему, которое может уместиться в ладони. Если найдешь такое, используй по назначению. Так, ладно. Хорошо, Бен. Я тебя понял. То есть можно взять, например, вот эту всю одежду. Так, мы взяли. И теперь мы можем поговорить. Спасибо за мое спасение в убежище. Я действительно ценю твое отношение ко мне там. Мне бы так и осталось в той комнате до тех пор, ну, до тех пор, пока бы не умерла. Спасибо. Джин, мне нужны твои навыки взлома и твоя харизма. Ты пойдешь за мной, когда бы мы не направились? Да, думаю, я могу помочь с этим. Мне лишь нужно немного поспать, уверена, тебе тоже. Так, нормально. Так, там был ад, Джин, я это знаю. Мы сделали все, что смогли, не волнуйся. Так. Да, все те машины, которые скопились вне убежища, те, кому не удалось добраться, я рада, что они не выжили. Только для того, чтобы увидеть нас в таком положении. Я слышал все эти истории про разведчиков пустошей. Как они умудрялись ввязываться в такие дикие приключения и спасать мир. Думаю, это просто ужасно. Так, Йети Хелл был пугающим человеком. Так. Нет, мой папа не был таким. Он бы никогда нарочно не оставил разведчика пустоши позади. Я знаю, что делать куда полезнее, чем возвышать надежды. Если в наших маленьких приключениях он меня чему-то и научил, так это чтоб охрана. Сейчас я просто хочу отдохнуть. Я буду следовать любому твоему плану, или плану Бена, или Курца, как его теперь зовут. Так. Так, одежду ты набрал, чё вы будете одевать? Hey. Привет, мы с Эриком обсуждали наши планы на будущем, в каком направлении идти? Where to go from here? Так. Блин, ну капец. Вы двое присоединились к моей команде? Конечно, мы с тобой, no. Думаю, нам нужно отдохнуть. Так, отлично. Все, идеально. Кажется, наши спутники наконец-то успокоились. Надеюсь, они отдохнут. Куда мне терпеть? Так, мы можем, типа, спать, лечь. Но нет, нет, пацаны, мы этого не сделаем. Погодите, сохраняемся. Так, припас, опачки. Опачки, вот это нам повезло. Вообще нормально таки. Винтовка, да? Мы перегружены. Так, ой, блин, нахуй, ни хрена себе... Ёб твою мать, это вообще нормально, пацаны? Дробовик с рычажной перезарядкой. Охотничья винтовка. Блин, это что-то... Так, погодите, а я могу? Почему? Почему я только... Почему только сейчас я об этом, блин, понял, а? Вот тебе папуас. На, держи. Сразу бы я знал, а? Я просто об этом даже забыл. На тебе гитару. Блин, нахрен я вообще гитару-то взял? Гильзы, блин, виски. Гран... Ну, это уже, конечно, перебор, по-моему, пацаны. Что-то это
Ну слишком. Не-не-не, это надо еще выкинуть. О, гитара, лазерный прицел мой с максимальным зарядом. Так, снаряжение. А тут по весу же можно. Помощи разные быть запас. А, нет. Так, оружие. Свинцовые трубки. Нахрен, это все я выкину. Так, костюмы. Щиток сварщика. Помощь. Разная. Ну, сейчас мы повыкидываем какую-нибудь фигню и патроны. Единственное, энергетическую батарею. Патрон калибра... Ни хрена себе. Так. Офигеть. Так, правда, у меня почему-то нет патронов на него, единственное. Охотничий дробовик есть. Чутка. Охотничий винтовка. Причем в отличном состоянии, офигеть. Так, открой снаряжение. Снаряжение. А я не могу тебе, что ли, отдать их? А почему я не могу тебе отдать? А, во, могу. Все, 160 уже у нас. Ну, вот другое дело. Так, стимулятор, свинцовые трубы. Ну, сейчас повыкидываем. Так, оружие. Движение. Можно, правда, стремать, но я думаю, нафиг. С рычажной. Вот это еще надо. Не, надо мой дробовичок вернуть. Пожалуйста. Opening storage unit. Оружие. Где тут полицейский дробовик? Охотничий дробовик, да, есть. А где полицейский? А, он у меня есть, все нормально. 12-й калибр там подходит. Охотничью винтовку возьму. Да, бонус шанс крита урона. Все, хорошо. Хорошо, ребята. Пока так. Выйти. Сейчас сохраняемся. Ну что, пацаны, давайте посмотрим на карту. Карта местности. Нам говорят, подвал домика надо посмотреть. Ну и ложиться спать, да? Ну-ка. А, и еще вот там, я так понимаю, провизия, да, какая-то есть? Или где там? Холодильничек у нас тут. Очищенная вода, забираем. Могилка. Открыть могилу. Чтобы копать, вам нужна лопата. Патроны. Все? Это вот это вот только, да? Жалко. Так, и где-то у нас еще... Угу, подвальчик есть. Оу. Открыть погреб подвала домика. Дайте-ка. Точно никого здесь нет? Холодильник. Атомный коктейль. Водка, маис. Что еще у нас? Осколочные гранаты 6. Замочный мастер. Заколки. Блин, не... Это вообще нормально, но это все продать, понимаете, в чем прикол? Это все можно продать, только где здесь торговцы-то? Пистолеты и пули. Так, печь и вот это вот. Ладно, между прочим. Сеть убежища 18. Ошибка, да? Ссылка показывает довольно детальную подделку популярного сайта. Похоже, этот использован как прокси для другого. Чемпионы. Вы чемпион. Вы показали, что способны решать проблемы. Воу. Ладно. И у нас заметки появились еще, ребят. Так, смотрим. Точно все. Заберу.
Все, проверили мы с вами припасы. Ну-ка. Она показывает. Ну, тут есть задание. А, искать следы обитателей дома. Ну-ка, карты местности. И идти... Так, значит, они тут есть в любом. Короче. У нас есть снаряжение. Разная помощь. Ложь. Статистика, информация, задание разное. У нас снова посетитель из Лос-Анджелеса. Странная женщина, один глаз светится зеленым. Дала нам кучу довоенной еды. Пообещала остаться на пару ночей. Помочь починить дом. Она... Сказала, что ее зовут Анне, что она наемница, охотится за Анклавом. Надеюсь, вы знаете, кто она такая. Она читает, много знает про убежище 18. Она отправилась в Юнион Сити. Опа. Кэтрин нашла делянку поганок. И еще. Так, ладненько. Нам показывают еще что-то есть. Что-то еще где-то есть, ребята. Во-во-во-во-во-во. Последняя заметка. Прошлой ночью мы были атакованы тенью, которая носила маскирующее устройство. Понятия не имеем. Мы не видели вас 8 лет. Надеюсь, все в порядке. Демон искал кого-то, прежде чем мы... Бразилия. Понятия не имею, что это. Может, вы знаете? Если кто-то из разведчиков пустоши заскочит, скажите им, что мне жаль. Нам пришлось покинуть домик. Они убили Кэтрин. Без нее оставаться тут бессмысленно. Это же Джин, что мы жутко скучаем по ней. Так, все, мы с вами все посмотрели. Поговорить с Беном, владельца. Пойдем, пойдем. Кажется, наши спутники успокоились. Я нашел кучу взрывчатки и мин в подвале. Как думаешь, куда мне их установить? Good. Хорошо, нам пригодится такая магия, чтобы изгнать демонов. Установи их вдоль дороги и у той группы деревьев около скалы. Если твари ночью подкрадется к нам, то сначала ударит со стороны дороги, а затем побежит в укрытие вдоль хребта. Так. Для нас наука вроде магии. Вы вмешиваетесь в атомы механизмы. Мы вызываем дух пламени и металл. В чем отличие от этих методов? Умно. Я вызову огненных духов. Хорошо. Мне удалось найти могилу стариков и записку. Похоже, им пришлось кого-то похоронить. Добавь очередную трагедию в список. Я читал их заметки, найдешь их на полках в спальне. Звучит так, словно за ними следил невидимый демон. В конце концов, он нашел их здесь. Они дали отпор, но Кэтрин не выжила. Мужчина решил, что лучше всего закопать ее и отправиться на поиски существа ради мести. Тут говорится, что он путешествовал налегке. Урон по этому дому был нанесен из оружия демона. Я сомневаюсь, что с такой огневой мощью ему нужны были запасы. Поэтому мы их нашли. Так, это не демон, это тень. В таком случае у демона есть имя. Чтобы быть в безопасности, нам стоит установить снаружи ловушки. В подвале есть мины и несколько пакетов C4. После отдохни немного. Так, хорошо. Нам сейчас надо где-то... установить мины, да? Давайте сохранимся, во-первых. Потому что можем мы не в правильном, так сказать, направлении-то, блин, эти мины положить. Так. Я думаю, знаете, куда нам надо поставить? Так, по дороге. Так вот. Интересно, сзади они к нам подойдут. Вот так вот. Ага, все, хорошо. Хорошо. И теперь последнее, что я еще хочу проверить, это вот... Кто-то говорил, кстати. Мы пойдем проверим Джен, да? Мы вроде как с ней нормально общались, поэтому надо вернуться к ней и поговорить. Так, тут у нас еще дома какие-то. Так, ну если что, я сохранился, мы с вами быстренько подзагрузимся, чтобы не терять времени и назад не бежать. Так, а где... Стоп, а где она? Или она не... Не, она не здесь.
И она вон там вот, ребят. Еще чуть ниже. Не, ну мне прикольнуло то, что сказал. Так, ну вон этот дом, идем. Я вообще не понял, где дом, офигеть. Какой-то попе. Полный. Так, а где наша дорогая? Опа, она ушла. Она ушла, пацаны. Непонятно в каком направлении. То есть, скорее всего, куда-то она убежала. Давайте поищем. Вон там еще дом есть. Так. Надо побродить, посмотреть. Тянется. Куда же она пошла-то? Тут так пусто. А почему не сюда? Тут тоже какие-то есть штуки, лагерь. Или это чей-то лагерь? Так. Может, до туда сходить? Вот есть ли смысл сейчас искать ее, да? Если мы можем к ней, ну, вот даже, допустим, найдем. Прикиньте, мы не сможем с ней вообще поговорить. Все, проверим. Так, вот есть еще дом. Недоступно. Ладно. Да мне кажется, она вон в тот дом пошла. Почему-то вот интуиция не должна меня подвести. Ну-ка. Блин, куда она могла пойти? Так. Простите. А, смерть. Так, тут есть много чего. Извините. Пижама полуночника. Да. Короче, ребята, не будем мы сейчас тратить время. Давайте, знаете, просто подзагрузимся. Так, где я сохранялся? Посмотрим. Так, это я сохранился. Ага. Ну-ка. Over here. Мне просто интересно, куда она пошла. Видите, я пока не могу поговорить. The chief girl scout. Did they have to drag you out of that hole by your hair? I just lost my whole family, Kira. We're all that's left. Сейчас посмотрим. Просто интересно, реально, куда она пошла? Oh yeah. Well, I lost mine a long time ago. I've always been alone. And now that I'm out here, I like it that way. Point that somewhere Kira? Else. Now. What are you doing? I don't see why you should live. You're no good to me. You waste space, and I don't like you. Kira, you shoot her, you're dead. You want to play by Wasteland rules? Then know that numbers always win. Always. Fine. I'll let the trollop live. That way, all the boys can use her as their personal cum bucket. Great. Cum bucket. The house we're headed to is up ahead. You can either join us or stay here and rot. Your choice. The house is this way. Follow me. Так, и вот. Holy shit. Что от меня? Не думал, что снова тебя встречу. Когда я покидал убежище, я понятия не имел, куда делись остальные. Как тебе удалось выбраться? Главные двери были закрыты. Какого черта с Дженсу случилось только что? Просто слушай, неважно, как далеко от убежища мы уйдем, Джен, Хейл та еще манда. Я не хочу иметь с ней никаких дел. Так, слушай, мы с тобой прошли через это. Я хочу, чтобы ты была в моей команде, но... Но ты не хочешь, чтобы я показал характер и вела себя как сука, верно?
Джин Хейл разрушил мою жизнь, я только сбежал от этого кошмара наяву. И вот тена, снова она здесь. Ты не знаешь, каково это. Я только получил обратно свою свободу, не хочу, чтобы она крутилась рядом. Так, я хочу, чтобы вы сработались. Ладно, да, будет так пока что. Все, что мне можно выслушать. Что тут делаешь? Нифига себе, на рейдеров? Приключения начинаются, но выше по дороге есть нормальный лагерь. Предлагаю пойти туда, следуй за мной. К старому дому. Постой, что случилось с доктором? Почему он не здесь? Он не выбрался, никто не выбрался, только мы. Ужасно жаль, он был отличным человеком, мне будет его не хватать. Вероятно, он единственный, кого я буду помнить. Ну же, давай пойдем в тот дом и посмотрим, что мы сможем там найти. Так, погнали, все, отлично, отлично, мы ее с собой теперь можем увести. Погнали. Сейчас тогда быстро там осмотрим все. Эти записочки всякие. Так, давайте, ну нифига себе, у нас просто офигенная команда теперь. Ну, блин. Все, сейчас сработаются. Не, просто чем больше человек, тем лучше все-таки. Раз они говорят про рейдеров, то есть к нам будут там, не знаю, набегать. Но они, по идее, бессмертные, ребят. Смекаете, да? То есть, когда они там умирали, там было написано, что без сознания. Но это значит, что они бессмертны. Так, сейчас мы тогда быстро осмотрим. Не переживайте. Так, вот дом. Сохраняемся. Так, домик. Сохранить. Сохранение. Так, есть. Мы с вами сохранились. Вот это забираем. Заметка, 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 заметка. Забираем все заметочки. Готовка. Блин, капец. Смотрите, какие дробаши, да? Выберем. Это все забираем. Так. И сейчас быстро вес. Так, гранатомет, боевой нож. Вот это вот, лазерный пистолет, охотничий дробовик. Да и тоже, почему бы нет. Угу, все. Так. Думаю, это тот дом. Так, а нормально, они тут общаются. So, this is all of us. Бутылочная крышка 14. Угу. Все, теперь надо поговорить с ним. Это элитные психи. Рейдеры, которые поработали мое племя, те, кого я убил. В этом случае тебе повезло, поскольку реактор убежища размазал их по стенке. Нет, это была лишь капля в море, их тысячи. И нам нужно их уничтожить. Фига, он на каком расстоянии со мной шепчется? Мне не слишком комфортно чужой постель, не говоря уже о доме. That sounds... If you can find... Так. Not a... If... Так, так. No, don't worry about it. As long as you... Так. Во-во-во-во-во-во-во.
Тебе не стоит считать их солдатами. У каждого из них есть причины, по которым они никогда не должны были держать оружие. Они здесь лишь ради того, чтобы выжить. Тебе придется взять управление на себя. Чтобы сделать это, нужно уводить вопросы. Просто выстрели в потолок и привлечь их внимание. Не жди слишком долго, иначе они начнут драку. Так. Какого, блядь? Are you on psycho? Jesus, one drugged out maniac is enough. If you don't want to fight, then that's your deal. I have a mission, and I'm going to see it through. Так, они, слушайте, они вправду начали какие-то баталии. Are you serious? I think that your plan. Ну как, все, хватит. Да ёб твою мать, хватит. You're just cowards. Вы просто трусы. Я изучил архивы убежища годами, я знаю о них все. Твои безумные бредни доведут до того, что тебя подстрелят. Послушай. Есть другой выход через аварийные вентиляционные отверстия реактора. Я закрыл их, вышел наружу. Что единственный способ инициировать самоуничтожение — это закрыть шахту. Ты позволил смотрелю сделать то, что он натворил. Ай да, вини меня за спасение собственной шкуры. Ты проделал такую замечательную работу с Брагом и его армией карликов. Да, пожалуй, ты справишься с этим. Кир, я знал, что ты сука, но понятия не имела, что у тебя порядки вещей убивать людей. Моих людей? Вы все бросили меня, оставили одну. Против больных ублюдков, которые держали меня в клетке половину моей жизни. Вы не мои люди. В таком случае, почему ты не ушла? Или хотя бы половина из того, что ты не сказала, правда? Почему ты просто не ушла, Кира? Ну, тебе нравится этот бред, не так ли? Нет больше Киры. Больше никто не будет издеваться над теми шутками, которые твой отец упустил. Я размажу твое лицо, Кира. Какие жестокие слова от такой жалкой мыши, как ты. Твой папочка научил тебя им, принцесса? Да как же, блядь, стрелять-то, ёб твою мать? Папуас, скажи слово своим спутникам. Эй, я тот, у кого есть мускулы, вы все слушаете меня. Эй, успокойтесь, нужно как-то пройти через это, ну... Я думаю, ребят, нам нужно, ну, типа, понимаете, нужно попробовать обдумать это или что-то вроде того. Знаешь что, пофиг, вы, парни, не стоите таких проблем, просто исчезните. Вот так вот, скажем, харизма. Успех. Мы все сегодня прошли через ад, каждый из нас потерял кого-то, кем дорожал. Убежища больше нет? Понятно, нам нужно принять это и смириться, мы все тут остались. Поодиночке у нас нет никаких шансов, мы нужны друг другу, каждый из нас. Послушайте, я понимаю, что я единственный удерживающий всю команду вместе, но это для общего блага, мы одни. У каждого из нас есть особые навыки, особые таланты, которые мы можем использовать. Джен, нам нужны твои умения взлома и харизма. Да, полагаю, могу помочь. Кира, знаю, ты хочешь пройти через все сама, но ты нужна нам так же, как и мы нужны тебе. Джейми и Эрик, нам нужны ваши ремонтные навыки. Выполнено. Отличная работа, тебе удалось удержать наше небольшое племя вместе. Ты правда думаешь, что они убили друг друга? Я позитивен, в конце концов, они бросят друг друга, и без базовых навыков выживания погибнут в течение пары дней. Как много из них знают, что нельзя употреблять зараженную вону или пищу, кто из них стал бы рейдером и отгорел того от резни? Пока мы все в одном месте, они могут объединить опыт и противостоять небольшим вооруженным племенам, иначе разделившись, они останутся наедине с пустыней. Ладно. Так. Так, это мы уже говорили. Не менее скорее владельцы. Так, давайте быстренько. Ну мы молодцы с вами, они действительно там как начали говорить. Так-то интересно, конечно, что бы было. Что бы было дальше. Хорошая речь у тебя вышла. Будем надеяться, что ты сможешь долго удерживать эту маленькую команду. Я пойду. Хорошо. Так. Ну, это уже было.
You should get some sleep. I'll talk. Okay. Hey, Эрик and I were discussing our plans for the future. Where to go from here? Это было прикольно, конечно. Так, единственное, что нам надо сделать, это, в общем, залезть сейчас вот сюда, вот в погреб. Вот так вот делать. Тут у нас лежит кое-что. И вроде бы все, да? А, мины, 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 мины. Импульсная мина, смотрите. Еще вот тут вот это вот. Заколочка, еще. Добавлена заметка. Так, задание. О, у нас что-то заметок даже больше. Так, атакованы тенью. Снова посетители, это мы тоже читали. Поганки тоже. Сборщик налогов. Налоги. Послали два ящика картошки и морковки. Ящик синтомяса. Заметка для разведчиков. Ядерная батарея, морковки, яйца, игрушки для кисок. Приманка на кисок. Сегодня мы немного поторговали дикарями. Хорошие люди. Так, ну ладно, прочитали мы с вами. Единственное, только остается вот эта вот штука. Мы так вот сделали. Так. Хорошо. Все, мы это сделали, ребят. Идем дальше. Поговорить с Беном о владельцах. Это мы уже разговаривали, только единственное. Так, кучу взрывчатку. Умно. Ботаник, суперзвезда. То есть есть адреналин. Так, это мы уже говорили, все. Окей. Короче, остается, ребята, только расставить мины и, по идее, все. На этом мы, наверное, пока что закончим, но не переживайте, потому что... Ого, нифига себе. Но скоро следующая серия выйдет, так что не переживайте. Постараюсь побыстрее. Очень будет приятно, если вы поставите лайк. На этом все. Бай-бай, дорогие друзья.